С 2018 года страйкбол – официальный вид спорта в России. Это командная военно-тактическая игра с применением специально разработанного пневматического оружия. Вид спорта молодой, поэтому команд пока что немного. Саровский коллектив – один из сильнейших в Нижегородском регионе. Он стабильно занимает первые места на областном уровне в течение последних лет. Страйкбол – это, в первую очередь, тактика. То есть это грамотное, оперативное, быстрое, точное мышление, ориентирование в пространстве, ориентирование в ситуации, ну и, конечно, физическая форма. Поэтому все это нужно в комплексе, все это надо вместе развивать. Недавно в Санкт-Петербурге прошел первый в истории чемпионат России по страйкболу. В состязаниях принимали участие спортсмены до 18 лет. Для участия было необходимо пройти отбор на областном уровне. Таким образом, трое саровчан одержали победу и квалифицировались на первенство страны. Противники, конечно, ощущались, но мы заняли свое заслуженное место, соответствующее нашей подготовке. Противники были подготовлены тоже неплохо, но всем нам есть куда стремиться. Вот. Поэтому противникам своим я желаю дальнейшего роста карьерного, ну и нашим командам, соответственно, тоже. Впечатления прям отличные, хорошие. Мне нравится этот вид спорта. Там адреналин, попадаешь в соперников, подкаты всякие. На всероссийском первенстве ребята столкнулись с более серьезной конкуренцией, но с честью справились с трудностями. Результат – бронза в двух номинациях. Участвовали 5 регионов, включая нас. Также Москва, Питер, Челябинск и Сахалин. Мы участвовали в двух категориях – 4x4, где мы выступали втроем, и в 2x2. В обоих номинациях мы заняли 3-е место. Ребята получили ценный опыт для дальнейшего спортивного прогресса. Дополнительным испытанием стала коммуникация с тренером. Из-за недостаточного финансирования он не смог поехать на состязание вместе с командой. В перерывах соревнований команда поддерживала связь с наставником через мессенджеры. Не всегда получается сопровождать команду. Хотелось бы, конечно, каждый раз присутствовать, но все у нас упирается, как всегда, в финансирование. Финансирование молодого вида спорта, оно не слишком развито у нас в стране вообще, в общем, да, не только у нас в регионе. Поэтому исходим из возможностей. Огромное спасибо нашему тренеру Илье Алексеевичу. У нас прям тренирует, вкладывается в нас. Без его помощи мы бы точно не выиграли бы. Сейчас в секцию страйкбола открыт набор юниоров от 14 до 17 лет. По всем вопросам пишите в группу ВКонтакте «Центр военно-патриотического воспитания». Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.